Приветствую вас, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале «В гостях у Елены». И сегодня у нас обзор фикс-прайса. Я немножечко хочу показать, не обращайте внимания, это просто я уезжала в город на 2 дня и приехала, и вот, ну, как бы, цветочки, гладиолусы у меня внизу уже повяли, это я уберу. Но я вначале хочу начать вот с такой вот вазы. Она как вязаная, очень мне понравилась эта ваза из фикс-прайса. Вот такие чашечки, очень тоже понравились, чашки большие, красивые, классные такие, очень тяжелые и мощные для чая. И мы с Артемом купили 2 штучки, пьем здесь из них чай. Значит, вот такую зубную пасту я там приобрела, потому что у меня закончилась, и поскольку мы туда зашли, чтобы в другой не заходить в магазин, то я купила там, вот. Кто со мной, тот знает, что сплат у меня всегда он есть. С травами я на ночь чищу зубы, а днем отбеливающую. Она очень, кстати, нежное отбеливание и очень хорошая штука. И да, вы видите, вот такие 2 замечательные подставочки. И тоже я купила их там. Это такой летний морской вариант. Он мне очень понравился. У меня там на кухне очень много чего есть из этой серии. Рыбки, посуда с рыбками. Короче, вы это видели уже. Кто со мной, кто не видел, открывайте плейлист «Мои покупочки», обзор моих покупок, и вы тоже это увидите. Вот, и вторая также выглядит. Затем я сюда купила вот такую замечательную терочку. Та терка, что у меня находится в квартире, я ее купила в IKEA. А эту я купила за 199 здесь. Это от Kitchen. Фикс прайсе. Мне очень нравятся они вот такого голубого цвета, потому что у меня на кухне, говорю, голубого мятного цвета, бирюзовые цвета, синие. Вот они все у меня там присутствуют, и мне это очень нравится, дорогие друзья. Вот такое полотенце от Bonhomme, универсальное, вискозное, за 99 рублей. Оно у меня уже в деле. Вот. И вот такую большущую упаковочку влажных салфеток. Вот. Очень мне она нравится. Это с аллантоином. Нежное очищение. И оно всегда пригождается на даче. Эти салфетки, вернее, всегда. Всегда покупаю. Они у меня именно на даче очень быстро уходят. И как всегда, когда я там бываю, покупаю по одной вот такой вот паре, ну, по упаковочку такую перчаток. Они мне очень нравятся. Эти перчатки. В общем, советую. Я уже не раз вам их показывала. Вот такой такие замечательные покупки. Кажется, что и немного, но на самом деле все равно оттуда выходишь, и 1500 у тебя нет. Теперь хочу показать тоже замечательные покупки. Замечательные покупки. Их просто 2 одинаковые. Это вот такие вот сумки. Друзья мои, они мне очень понравились. И я купила еще 2. В этой сумке можно и даже выращивать. Выращивать я хочу попробовать на следующий год. Здесь 270 литров. Можно выращивать томаты. Вот. И это я сделаю. Укрепим ее как следует, чтобы она стояла хорошо. Когда весна наступит, следующая, с Божьей помощью, я вам обязательно покажу. Вот такая классная. Диаметром она 67 сантиметров, высота 76. И емкость, естественно, 270 литров. Максимальная грузоподъемность 50 килограмм. Здесь 4 ручки, гибкий обруч, придает сумке удобный, ну, каркас. Вот здесь, потому что обруч есть. Очень мне понравились вот такие замечательные, скажу вам так, сумочки. Они очень красивые, очень качественные. И 2 томатных дерева я посажу вот сюда, и они у меня будут расти. Больше на улице я не буду сажать никакие томаты, мне достаточно хватает моей здоровущей теплицы фермерской. Ну и на улице для раннего потребления вот у меня будут, ну и не только для раннего, 2 томатных дерева. Какие я выберу из семян, это уже будет, конечно же, после Нового года, когда начнутся посевы. И я планирую каждый раз, когда бываю там, покупать по одному, чтобы они мне пригодились и для многое чего другое. И для чего я, конечно же, буду видео показывать. Ну, конечно, тут показано, что тут мусор собирать, все такое. Это понятно, очень удобно, раз греб и унес. Но еще много-много можно с ними что и сделать. Ну вот, казалось бы, что у меня ничего такого я не купила, но повторюсь, что это уже как бы прилично. Мне очень понравились вот эти штукенцы. И вообще я бы купила 4, но их было только 2 в том фикс-прайсе. Так что вот так. Вот такие замечательные покупочки.
у меня вышла из фикс-прайса. Вот. Всем удачи и добра. Вы, как всегда, были на канале в гостях у Елены. И по традиции моего канала, все, что есть на белом свете, все самое хорошее, самое доброе к вашим ногам, дорогие друзья, ибо вы это заслуживаете. До новых встреч. Пока-пока. Приветствую вас, дорогие друзья. Вы, как всегда, на канале в гостях у Елены. И сегодня в моей квартире, дорогие друзья, я собираюсь в гости. В общем, мне нужно будет вот эти вкуснятины угощать. Подарочки, скажем так. Я приобрела вот такие новиночки шоколада. А там еще одна была, я посомневалась купить, но все-таки ее куплю тоже. Ну, в принципе, мне нужно 3,3. Вот такой шоколад, темный шоколад. Здесь состав очень хороший, я его обожаю, я себе тоже покупаю иногда. А это вот все новинки. Вот. С мягким вкусом. Из Ганны, из Перу и какао из Никарагуа. И вот такая вкуснятина. Этот шоколад мой любимый. Кто знает, кто со мной всегда на канале, тот знает, что я люблю вот такой шоколад из мяты. Мне очень часто его дарят. Такая вкуснятина. Такой шоколад мне даже присылала Аленочка из Германии. Спасибо ей огромное, когда присылала мне посылку с пряжей. Не так часто меня балует подарочками, но я все равно очень благодарна. Вот очень благодарна я Аленочке за то, что она прислала мне посылочку. Присылала мне посылочку вкусностей Танюша с севера. Вот. Присылала еще подписчица Мариночка. Вот такие вкусняшки. Так. Это я купила в Ленте. Недалеко от дома у нас. И я просто забежала, потому что мне это нужно. Дорогие друзья, видео будут идти, когда меня не будет. Я уже уеду, но видео все равно будут у вас. Так. И вот такие сырочки я купила. Тоже пробовала. Очень-очень вкусные вот эти сырки. Вот. И такой. С ванилью глазированный. А это с молоком, ну, сгущенным и вареным сгущенным молочком в молочной глазури. Вот такие сыры от Свали. Тоже очень я люблю. Мы тоже покупали. Один с кусочками шоколада в бельгийском шоколаде и с маком. Вот такие вкусности я приобрела. Так, дальше что мы будем смотреть? А дальше финики. Это мои любимые финики. И я думаю, что попить чайку с друзьями, с близкими, родными всегда очень приятно. Это я для себя купила. Мне вот очень нравится Бимакс. Иногда мне очень хочется быстро что-то поесть. Живые бактерии плюс растительные волокна. Это био-йогурт с цитрусовой. Ну, микс с киноа и семенами льна. Очень мне понравилось. Сначала я брала без ничего, а потом появилась вот эта вот новиночка. Я решила попробовать и ее. Так, вот такую новиночку Орео тоже купила. Вот. И вот такую вкуснятину. Такие моркушечка очень любит у нас. Так. Затем я купила виноград кишмиш. Купила своих вкусных и купила хороших, таких больших, классных бананов. Вот такие покупочки я совершила. Я, конечно, открыла сейчас холодильник. Можно показать, что я, ну, там еще питание такое купила, не стала. Я просто вот эти вкусности решила показать вам. И на этом хочу закончить. Но это видео я куда-нибудь с чем-нибудь скомпоную и покажу вам, чтобы еще что-то было, потому что оно очень коротенькое. Итак, дорогие друзья, все равно с вами попрощаюсь на всякий случай. Пожелаю вам всего самого доброго, самого хорошего, мира, любви, добра. Будьте счастливы. Все, что есть на белом свете из этой серии, все, все к вашим ногам. Все самое лучшее. Самое хорошее и самое лучшее. Все к вашим ногам, мои дорогие друзья.
Я вас всех очень люблю и уважаю за то, что вы со мной, за то, что вы такие добрые, милые, поддерживаете меня, цените меня. И я тоже вас ценю. Вот, всегда стараюсь вам снимать как можно лучше видео, но я все-таки снимаю, насколько мне хватает сил и, ну вот, в моем понятии, в моем понимании. Забыла показать еще вот такие вот, мне очень нравятся диски, но сейчас там идет в ленте серия Disney. И не только в ленте, везде практически. Ну, никогда не брала от ленты. Ну, посмотрим. Пишется, что особая текстура, ну, для мягкого очищения и ультра гладкая сторона для бережного ухода. Посмотрим, они мне очень нужны. Мне нужны и длинные, и, то есть, и маленькие, и большие очень. Кругленькие и овальные. Они всегда нужны. Все, девочки, пока, мои любимки. Не переживайте, меня не будет, но все равно видео будут. Потому что я приехала сюда в квартиру. Я стараюсь что-нибудь снимать для вас, что-нибудь показывать, чтобы впустую не было. Все, пока-пока.